Вы, конечно же, знаете принцип работы украинских СМИ. Баба на лавке сказала, СМИ понесли. Но я еще раз продемонстрирую, и в конце будет вам сюрприз. Роман Бачкала. Вот буквально позавчера его представили к награде как лучшего журналиста военного. Сегодня ночью этот флаг был вывешен над Саур-могилой, говорит. Неизвестные патриоты вывесили. Что, это все? Вот эта вот фотка, это подтверждение тому, что был вывешен флаг? А откуда эта фотка взялась у Бачкалы вообще? А где это сфотографировано, вы спросите? Да кому какая разница, СМИ уже понесли. По коням, под носом у террористов ДНР вывесили флаг Украины. Фотофакт. Смотрите, какая фотография качественная. Ясно, что Саур-могила, ну. Только я не знаю, только какой-то путинский агент может не узнать, что это Саур-могила. Явная Саур-могила, ну, по небу видно. Вопросами не задаются. Это ж Бачкала вывесил. Ёптель. Еще раз подчеркну, вот этот мужик, который забросил эту фотку в надежде на то, что хомячки схавают, и хомячки схавали, и СМИ понесли, он пару дней назад был признан там лучшим военным корреспондентом, и он заслужил эту премию, там премию Телетриумф в Украине, потому что в Украине он эту премию заслужил. А теперь я вам покажу, что на самом деле происходило над Саур-могилой. Над Саур-могилой на самом деле подняли американский флаг. Так и было, но меня не понесут, потому что я не заслужил мордой своей, не вышел. Однако же вышел я на кое-что другое. Смотрите, вот это вот эпицентр Донецкий, ну сейчас он называется Галактика. Так вот, мы договорились с украинскими патриотами и патриотически разместили целые группы патриотических товаров в этом эпицентре. Скажем так, в самом сердце сепаратизма. Вот в Донецке, который якобы не толерантен к Украине, мы видим в эпицентре, который называется Галактика, шапочки с украинским государственным символом. Ближе, вот. 78 рублей. Донецк, 6 декабря. Эпицентр. Нижний этаж. Орнамент. Самое интересное дальше. Фартук. Ну вот это, как мне кажется, более информативно и более подтверждено, потому что есть видео, видео, доказывающее, что там это есть. А теперь быстро, быстро мне премию Телетриумф. Да я шучу, она мне нафиг не нужна.